жить. Так, а в кейсе что? Тебе лучше не знать, ты такого еще никогда не видел. Ну что моих зарплат? Как сканировать-то? А что за очки? Как так? Ну, почему? Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Ой, это у нас такой красивый и без новогоднего подарка. Подарок с китайского сайта, о котором ты мечтал. Обуви? Нет, этот подарок еще лучше. Можно открывать? Конечно, открывай, давай. От сладости насквозь. Спасибо. Все, хватит с этими нежными эмоциями. У нас скоро сеанс. Мимо меня теперь ни одна мышка не проскочит. Как так? Ну, почему? Влад, ты что? Вот смотри, я открыл статистику. Достал калькулятор. 7 миллионов подписчиков к Новому году. Это зрители, которые не подписаны, могут это исправить. Пишутся, ну давай попросим. Мы их каждый ролик просим. Точно. Думаешь, получится? Получится, конечно. Ребята, пожалуйста, сделайте нам подарок на Новый год. Кнопочка внизу. Она красная. Делай ее серой. Всем привет! Привет, меня зовут Влад А4, и есть все, костюмы, юмор А4, поэтому держите новую часть. Ты готов, Кобяков? Да, я готов. Ну тогда погнали. Ну а если ты подписчик, давным-давно знаешь, как еще помочь каналу этим роликом? Есть кнопочка поделиться. Что произойдет, если вы все на нее нажмете? Поделись этим видео, нажав на кнопку. Работаем и делаем такой крутой контент для тебя. Нас это будет лучший подарок. Ну что, давайте начнем. Мы всегда что-то придумываем. Пытаемся удивить людей в карманах. Но это же как-то не креативно. Кобяков, это не прокатит. Ну давай попробуем. Ну ради меня. Можно байку вот так натянуть, и все, вообще ничего не видно. В самом видном месте. Верно. Пойдем. Держите наши билетики. Мы в кино. Так, а где? Проносим, нет, просто идем в кино посмотреть. Угу. Тоже ничего нет. А в капюшоне что? Пустой, ну. Доверяй, но проверяй. А что это? А это мой... А что за очки? Все вижу! Вот в этом кармане сладости, вот... Фига. Сказано же, сладости в кинотеатр нельзя! Парад, ты вообще понял, что это было? Вообще... Год на носу, и техника уже ох как шагнула. Технологии. Ладно, нам нужно это как-то обойти. И как мы их спрячем? Мы их даже прятать не будем. Сделать из этих вафель Дженгу. И даже его очки ничего не заподозрят. Давай пробовать. Погнали. Держу. Держу баланс. Ну а для начала я должен вас просканировать. Ничего нет. Оп, как сканировать-то? Без гарантии. Очки сломали. Ну, в принципе, ничего нет. А это что за башня такая? Мечта с другом была поиграть в Дженгу в кинотеатре. Вообще-то ручная работа. Башня из слоновой кости. Я тогда сыграю. Я мастер баланса. Ну, давайте. Слоновой кости, странно. А, ты раскусил. Как и вас. Вы что, думали, я вафлиню? Что за день такой? Билетер сегодня на высоте. А болит. И он, вот, у него как будто профессиональный день. А если спина болит, иди на массаж запишись. Массаж? Кое-что придумал. Так, халаты, полотенце. Что дальше? Дальше берем банку, ставим ее на голову. А-а-а, гениально. Вуаля. Здравствуйте. Так, начальник, держите наши билетики. Не успели даже переодеться, сразу побежали. Слушайте, у меня тоже спина как скрутит. Это да. Ребят, не сочтите за наглость массажа. Ладно, поворачивайся. Рельс. Поезд запоздалый. О, этой технике много лет передается. Я чувствую, открылось, да. Вышли гуси. Потоптал. Ой, да, родите. Хороший массаж. Ну, по этому поводу хорошо. Интересно, ты сообразил. Нашел. Подписчик Ярослав Фролов написал коммент. Кобяков! Как мы раньше до этого не додумались? Креативные способы пронести сладости в кинотеатр. Кайтесь в комментарии и предложите нам какой-то способ. Способом. И обязательно вас упомянем в ролике. Классно. Ну а мы что, переодеваемся в ученых? Погнали. Заливаем. Превращается. Мешаем, мешаем, мешаем. Идем. Не опоздаем. Держите. Добрый день. Визору, наверное, видели нас. Мы знаменитые ученые. Ого, а что изучаете? Мы изучаем, да пришеленцы похищали. Серьезно? Да, опыты не могу. У меня на него рентген. А это что? Не буду задерживать. Спасибо. Хорошего вечера. И вам. Удался. Вопросы порешаем, я же серьезный человек. Кобяков, что за внешний вид? Брат. Меньше знаешь, крепче спишь. Так. Смотри, учи роль. Мы с тобой два серьезных дяди. А в кейсе что, сладости? В кейсе бабосики. Деньги, ребята, вы такие видели? Сейчас это вообще. Да, все, давай. Доброго дня, ваше жить. Так, а в кейсе что? Тебе лучше не знать. Пока не узнаю, что в кейсе. Что-то у меня на него глаз. Совсем нету времени трепаться. Видишь этого парня?
Не зли его, дядя. Меня этим вообще-то не напугает. Ты такого еще никогда не видел. Лучше обопрись об стеночку. Евро! Тут 100 моих зарплат. Мы предупреждены. Мы пошли на фильм. Проходите, уважаемые. Запах невкусно. Вафельками. Мощно мы его опрокинули. Красиво жить не запретишь. Вообще-то ролик снимаем. Но я тебе предлагаю совместить. Я тебе все расскажу. Окей, коллега. Вот твой костюмчик. Апа на голове. А как же червячки? Рвачками. Офигенно придумал. Hello! Guten Tag! Здравствуйте! Надолго к нам? Ой, у нас огромная программа! Конечно же, кинотеатр сходить. Очки сегодня продали. И все, они работают, поломались. Как этот у вас инструмент называется? Вот этот бремчащий... Душевный инструмент. Си. Может, ты мне тоже в это их мехи глядишь и на самолет хватит? Слушай, а что, если мы сделаем подкоп? Сами ходить будем. Нет, Кобяков, это незаконно. Пробуем. Кобяков, притормози. Да что ты заладил? Смотри, билетер к людям в погонах отлично относится. У гаишников большое пузо. Мне такой, причина остановки. А ты ему? Слава. Добрый день, блюстители порядка. И всегда жезлами махать. Полностью согласен. И ловлю, можно сказать, коллеги. Ну и как, ловили кого-нибудь? Панки и рэперы. Один раз какие-то байкеры. А вас... свистком. Ого! Получилось ужасно! Свисток проверяю, извините. Напугал. Так, что мы еще не пробовали? Нет, Владос, это зефир. Что? Зефира. Одеваемся в курточки и идем в кинотеатр. Иди за курткой. Фу. Здрасте. Накатались, теперь на фильм пришли. Запыхались. Поше, новенькие? Ага. Как скорость набирают? О, снежки. Снежки, что ли? Реально? Да. Нет. Будет все мокрое, не? Оставляйте санки со снежками. В принципе, ладно. Оставим. Пилить? Да, конечно. Хорошо. Я, кстати, но мне надо, это ангина, бронхит. Не. Лайк, если любишь зефирку. Это ловушка на зверя. Капкан, это ловушка для противника. Шахмат из шоколада. Проблема. Я в шахматах вообще не разбираюсь. 10-я минута игры, а у нас тухцванг. Просто невероятная партия. Согласен. Добрый день. Здравствуйте. Мы на шахматном турнире выиграли билет. Партиечку сыграем. Ой, ну не, вы так устали. Правильное решение. Ну тогда дайте хоть на шахматы ваши посмотрю. Не, ну взгляните, у нас шахматы качественные. Конь. А собак? Знаю. Сейчас проверим. Вот это вот что? Как ходит конь? Ну... Устали очень сильно. Устали они. Горе шах... Разве что только между собой. Шах и мат. Не, ну согласитесь, невозможно же понять, что это сладость. Я придумал, как нам пронести Рафаэлки снеговичок. Ну, он же слишком маленький. Скажем, что мы декораторы и решили украсить. Да купим. Закажем в интернете. Ну, не знаю. Так, аккуратно. Привезли вам фотозону, решили украсить кинотеатр. Рафаэла! Из пенопласта. Прикольно. А можно сфоткаться? С коллегой по работе. Прикольно, начальство денег не пожалело. Ну все. Хорошо. Снеговика. Да. СТО устроился? Нет, Владос. Смотри, мы спрячем сладости в колеса. Ну, надеюсь, это прокатит. Не туда причапали, у нас тут колеса не меняют. Распишитесь. О, не, я расписываться не буду. Тогда мы колеса не отдадим. А твоему начальнику скажем. Мужики, давайте все подпишу. Так, здесь, да? Да-да-да. Начальнику твоему передадим, что ты хороший сотрудник. Мне премию снимают. А тут колеса даже принять не смог. Сникерс, сни. Не тормози. Да. Какой крутой, ему уже даже можно премию дать. Так может пойдем брать интервью у лучшего билетера в мире? Сахарной ваты? Да я вам сейчас покажу самого настоящего профессионала года. Билетер с большой буквы. Здрасте, вы, наверное, что-то перепутали. Громче, громче говорите. Гают легенды, вы просто настоящий герой. Бы рубашку погладил. А что я вообще сделал? В конкурсе среди билетеров. Ну и, конечно же... И это что, меня прям по телеку покажут? Конечно, 4, слыхали? А что-то я от внуков... Верно, верно. Ну что, пару слов от легенды. Не переключайтесь. Ну а мы переходим в кинозалы. Я звезда теперь, как без руков. Офигенно. Мы справились с этой тяжелой миссией. У меня чуть сердце в пятки не ушло. Как тебе, кстати, мои очки? Ну, прикольные. Ну а если мы переоденемся в танцоров диско, театр в этих очках? Отличная идея. Переодеваемся. Билетик. Ага. Я ж тоже танцами занимаюсь. Жи. Говорят, немного получается. Толму умел делать. Вау! Вот это мастерство! Нынешняя молодежь... Кобяков, Кобиденс, давай-ка. Ладно, забираю свои слова. А, не, я шучу! Вы в кино! Ха-ха, займусь! Твой танец — это нечто!
Так, Владос, давай еще варианты. Может быть, измажемся шоколадом? Ну, я художник, я так вижу. О, я понял. Тащи джем и мольберт. Крутая идея. Добрый день, только не пишем. Все зависит от заказа. Нарисуйте. В каком стиле? В любом. Нужно немножечко времени, а вы позируйте. Брови четче. Серьезный взгляд. Дело за малым. Нарисовать шляпу. Последний штрих. Внимание, картину. Билетер. Получилось. Супер получилось просто. Вы такой сладкий. А. Между прочим, эта картина со временем может стоить. Это меня же рисовали. А мне? Вот когда продадим? 10 штук. Выпущу банан, поймет. Ну мы же творческие личности, мы художники. Как пронести арбуз в кинотеатр? Есть идея. Сидит. И зачем тебе баскетбольный мяч? Нифига себе, это что такое? Прикол. Осталось только переодеться в баскетболиста. Ковер заговнякали, баскетболисты! Мне ж премию снимут, ироды! Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось. Мы будем снимать по вашим способам. Лучшее мы возьмем и покажем в ролике. Всем пока-пока!